Аудиозапись, на которой голоса, очень похожие на голоса непоследних лиц Ельзовского района, обсуждают первого вице-губернатора Сергея Нехаева, распространяется сейчас на Камчатке. Как говорят источники масс-медиа, знакомые с ситуацией, речь может идти о голосах председателя Думы района Александра Липатова и депутата Ельзовского городского поселения Олега Мартынюка. Понимаете, чтобы я рот закрыл и сидел молчал? Понимаете? И мне, что я боюсь этого там, этого схематозника. Я в Владивосток позвонил. Вот эти. Что за черт этот Нехаев? Он говорит, это неприятнейший. Он сидит на схемах. Ну ладно, подожди, мы не про схему, мы про само положение. И поэтому нужно закрыть этот вопрос и идти дальше. Редакция «Масс-медиа Камчатка» направит запросы на комментарии действующим лицам этой беседы. Мы следим за развитием ситуации.